Не-не, подожди, я в дом забежал посмотреть. Он около дома стоит. Можете выдавать. Кайф. Придурок, не пойму. Разбил окно. Ой, король. Давай на Капотова фу этот обыск и погнали. Ты ему представься, что ты агент Крувер, ёп, а то... Так, давай, я его на капот поставлю, а вы ещё? Так, за материалы ему... А, ну слышишь, подожди. А, у него ж фул. Смысл типа. Наркотики, материалы, ключи, отмычки. Кайф. Все, теперь сюда. Так, отлично. Помойка тупая. Так, ну слушай, за него 50 тысяч делим, Крогер. Мне деньги тоже нужны. А тебе зачем они? А, ну знаешь, мне 100 тысяч. Вам не нужны, давайте мне. Мне кажется, не нужны. Бенджамин, да, выдавали. Кто еще? Либо Латис. Так, я его арестую, а потом... А, слышишь? А, ну кила. И ты будешь писать это вот, о том, что ты его поймал? Хорошо. Окс. Он фул обычный. А я пойду сдам все, что он мне подарил. Ха-ха-ха.